пока ездил, ищу, как бы собак нету, не появлялись следов, нету. Сашка уехал, тоже сейчас посмотрит с другой стороны. Вот, как бы везде все просматриваем. Не приходили они в поселок. Вот. Сейчас доеду еще в один поселок. Ну, это мне кругом сейчас. Может быть, как бы они туда попали. Но они не пойдут в жилые помещения, где есть. Потому что вот человек, он гуляет с собакой. Как бы. Вот. Как бы ничего такого. По идее, должны вернуться. Если они кого-то захватили в лесу, там, или лося, или кабанов, там, может быть, что-то, может, что-то кого копать. Но там нету ни речек, ничего нету. Копать они никого не будут. Не те собаки. Они вот прогал с той стороны, вот они отсюда сюда побежали, туда вот, в обратную сторону. Вот, а так все тихо, спокойно в Багдаде, как говорится. Проеду сейчас, выйду с города, проеду до одного места крутануть, потому что снег прекратил идти, следы сейчас хорошо видно. Вот. Дай бог, может быть, утром придут. Как бы. Посмотрим. Вот, так что. Собаки умные, на трассу не идут. В дома не идут, да? Может, как-то в охоту, в автохозяйство попали, может быть. Другое дело. Они выбраться оттуда не могут. Люди разные и могут на красоту напасть. И халяву всегда уксус сладкий был. Вот. В плане, зачем растить и воспитывать, когда можно просто тупо взять себе собаку и пробовать ее в лесу. Не надо ее не натаскивать, ничего. Так что вот так вот. Ладно, до связи.